Здравствуйте, меня зовут Гасунс Марцис Юрьевич. За 14 лет занятий санскритом я стал членом общества востоковедов Российской Академии Наук и учредил общество ревнителей санскрита. Написал кандидатскую диссертацию на тему глагольных корней в санскрите и издал 7 книг по санскриту и задумал 8-ю. Я хочу сделать старые книги доступными, в том числе и по цене. Но на этот раз мне в одиночку не справиться. Чтобы издать репринт Косовича «Санскрито-русский словарь», мне нужны единомышленники. К концу 2016 года настала завершительная стадия. Книга готова к печати, готов макет и обложка. Даже спустя полтора века книга эта уникальна. Это первый санскритско-русский словарь, 360 страниц интереснейшего материала. 7 раз у меня уже получалось. Это доказательство того, что я обращаюсь к вам не с пустыми руками. Но в этой стопке не хватает 8-й книги. Помогите мне помочь вам сделать классику санскрита доступной. До свидания. Надеюсь и рассчитываю на вашу поддержку.